В рамках всероссийской акции «Зеленая волна» к 70-летию победы в Великой Отечественной войне возле строящегося мемориала участникам прорыва «Голубой линии» у реки Курка появилась аллея памяти. Наши корреспонденты с подробностями. Именно здесь, в районе реки Курка, шли самые кровопролитные бои за прорыв «Голубой линии». Ценой невероятных усилий в 1943 году красноармейцы смогли прорвать оборону немецких укреплений. В ходе операции погибли тысячи бойцов. Имена всех героев до сих пор не установлены. В память о погибших войнах по инициативе районного совета ветеранов при поддержке администрации и жителей Славянского района к празднику 70-летия Великой Победы у реки Курка будет возведен памятник участникам прорыва «Голубой линии». Стройка близится к завершению. По инициативе молодых депутатов Славянского района на месте строительства памятника была проведена акция по высадке деревьев. Принять участие в ней пригласили главу Славянского района Романа Синеговского, депутата Законодательного собрания Краснодарского края Виктора Чернявского, председателя районного совета Григория Литовку, молодежь и волонтеров. В городе Славянске на Кубани проводится очень большая работа по увековечению памяти погибших. И самое главное, ребята, вот в наше время – теплом обогреть тех, кто еще жив. Не просто так далась победа, это основа, это сплоченность, это патриотизм, это любовь к родине, это ненависть к врагу, это желание передать будущему поколению свободную, счастливую страну. Для организаторов акции важно, чтобы каждый год ко Дню Победы здесь зеленели деревья и цвели цветы. И все это напоминало нам тот самый день, 9 мая победного 45-го. У нас проходила здесь «Голубая линия» Великую Отечественную войну. И вот прорыв «Голубой линии» – это великое событие, большое значение имеет для нас. 4 числа был освобожден наш хутор Коржевский от немецко-фашистских захватчиков. И именно это очень играет огромную, большую роль, и для нас это нам надо помнить и никогда не забывать. Строительство памятника завершится к юбилею Великой Победы. Будет благоустроена прилегающая территория, сделано красивое озеленение, подсветка, установлены лавочки. А аллея станет символом вечной памяти подвига героев-освободителей. Надежда Неткачева, Александр Косицын, программа «События».